Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Ну что, мамочки, поздравляю вас с окончанием учебного года. У нас он закончился в конце июня. И в следующем году учебном Игнат идет в третий класс, а Захара, я просто не могу поверить, аж в пятый. У нас начинается старшая школа. То ли еще будет, меняются все учителя, но класс остается тем же. И вчера у нас была очень классная, что-то мне тут так неудачно отсвечивает, вечеринка, которую каждый год устраивает одна из мам из класса Захара. Она приглашает не просто всех детей, но также всех родителей, нас реально очень много, и она в этом мастер. Она иногда организовывает какие-то там тусовки даже для 80 человек. Я не могла снимать все, что мне хотелось, я уважаю приватность, поэтому кое-какие кадры для всех окей, и могла вот так вот немножечко с вами поделиться. И сегодня, вы не поверите, мы снова едем на барбекю, только уже на детский день рождения ребенка наших друзей. Вообще хотела вам сказать, что вот когда я жила в Украине, да, мы как-то в основном собирались на шашлыки, и это тоже своя особая атмосфера, подготовка, и вообще я никогда не забуду, как мы всем классом ходили с учителями и с друзьями и с родителями иногда. И тоже потом уже, когда мы родители строили частный дом, мы даже на стройку приезжали, делали там шашлыки. Было очень здорово, но в Польше это, знаете, вообще как целая традиция грилевания, ну то есть устраивание вот этих вот грилей. Поляки жарят всегда и везде колбаски, какие-то стейки, ну кто на что гораст реально, но как только становится хоть немного тепло, все тут же устраивают гриль. И если вы живете здесь, вы наверняка замечали, что и на пляже гриль, и есть одноразовые грили, которые разжигаются там вообще на раз-два и выбрасываются после одноразового использования. Практически у всех есть гриль, даже на балконе, или электрогриль там дома. Ну, в общем, это очень быстро, это очень здорово, и это, знаете, такой очень простой обед, ужин. Ну, на завтрак, наверное, гриль не делают. И также очень классный повар для того, чтобы собраться с друзьями, с близкими. Если погода позволяет, то гриль устраивают на все дни рождения, там семейные какие-то посиделки. И мы сами любим это дело. И сегодня мы едем к Лукашу и к Кае, к их Сташику, Станислав. Ребенок, у них будет вечеринка на террасе. У них большой бассейн. И вроде как прекратилась буря. И дети, возможно, даже будут купаться, поэтому мне нужно собрать и полотенца, и всякие там принадлежности для переодевания. Принадлежности, господи, одежду. Я не знаю, я очень рада, что закончился учебный год, и я завтра буду отсыпаться. И в понедельник я тоже отсыпаться буду, а во вторник мне уже на тренировку на 8. И вы спросите, почему ты не выспалась сегодня? Потому что я побежала на 8 часов утра на маникюр, освежила. Это тоже такой кайф, когда у тебя свежесделанные ногти. Очень люблю, и я стараюсь обновлять маникюр где-то каждые 2,5 недели. Ну, максимум 3, если я вообще там сильно чем-то загружена или мы болеем. И сегодня мне уже так не хотелось наряжаться, потому что жара, ну, вы знаете, так душно. Была буря, сейчас снова солнце, потом снова может быть буря, и я уже просто в футболке, мини-юбке, и у меня сегодня шишка на голове, чтобы волосы мне не мешали. Надену очки Селин. Когда я их купила, я так как-то, знаете, типа, они такие маленькие, вообще непонятно, идут они мне или нет, а сейчас нравятся, я их ношу с огромным удовольствием, только нужно их протереть. Что еще интересного в моем образе? Вот эта сумочка заровская а-ля Шанель. Если увидите на скидках, они еще и в разных текстурах. Есть тканевая, в бежево-каких-то там цветах. Есть с коричневыми элементами. Очень классная. Я ее прям сильно люблю. И сегодня надену вот такие лодочки. Мы будем сидеть на террасе. Они леопардовые, на очень маленьком каблуке, и они как такие, знаете, меховые. Футболка Uniqlo, а юбка Sinside, только вот сейчас ее надела, и она из плотного джинса, очень красивый цвет. Купили ее на шопинге с мамой, и
она не экстремально короткая на мой рост. Аромат дня у меня сегодня Bottega. Очень нежная и летом не душит. Сережки у меня из Алика и помада увлажняющая Диорама 667. Такая коралловая. Она не стойкая, она очень приятная. Ну, я побежала собираться дальше. Давай, Хуго. Доброе летнее утро. Я сейчас делаю завтрак для детей. Панкейки жарю, они такие большие в этот раз, потому что не пакую ланчбоксы. Ура, ура! И завтракаем мы поздно. Продолжаю использовать эту бутылку из Алика, и с ней, конечно, все очень удобно и гораздо быстрее. Я сегодня особо не старалась, но все равно вот такие красавцы у меня получились. Румяные снаружи и внутри прожаренные. Я всегда, девочки, включаю маленький огонь, буквально только троечку, на индукции, для того, чтобы они не сгорали и внутри тоже тесто не оставалось сырым, влажным. С утра по-быстрому сгоняла за свежей малиной. Конечно, классно было бы иметь малину дома, но имеем то, что имеем. Заварила детям мятный чай, свежие мяты. И также в овощной лавке, ну там тоже фрукты продаются, увидела вот такую красивенную паприку. Она, конечно, только декоративная, но не смогла уйти без нее. Сейчас поставлю на террасу, нужно найти для нее горшочек. И также купили кукурузу. Посмотрим, какая она по вкусу сейчас. Ко мне должна приехать подружка, поэтому у нас с ней будет такой поздний завтрак вместе с детьми. Она, кстати, еще и по совместительству крестная Захара. Сюда мне не хватает цветочка, нужно будет купить. Вчера целый день работала, несмотря на то, что было воскресенье. Освободилась только в 9 часов вечера. Я тоже немножко поухаживала за цветами, пообрезала, пособирала все отцвевшее. Дома косил траву, теперь у нас такой аккуратный газон. Почему-то он не любит вот эту, знаете, вот этого робота, косилку. Говорит, что он не так косит, и он тоже не доезжает вот во всякие там уголки. И потом еще и убирались с ним до ночи. В общем, зато у нас утро теперь такое на расслабоне. Достала свою летнюю и не только бижутерию. Кое-что здесь чисто, знаете, такое морское отпускное и вообще в теплое время года супер актуально. Также у меня тут несколько новиночек из AliExpress. Сейчас вам покажу, и как раз мне нужно будет выбрать то, что я беру с собой, так как мы вскоре отправляемся в отпуск. Многие серьги вы уже видели, но давайте договоримся так, на то, что еще продается, я оставлю вам ссылки. Тут не все Алик, вот это, например, Zara, но такие же есть на AliExpress. Вот это тоже Zara, тоже можете найти там же. Вот это я покупала на Алике. Подвесок, как видите, у меня немного, хотя, ну, наверное, меньше, чем сережек. Да, однозначно меньше. Вот это мне делала девушка из Кракова. Это я покупала в Греции, это в Италии, натуральный жемчуг, кораллы. Это H&M из какого-то типа базара,
тоже в отпуске, это парфуа, вот такие ракушки. Я очень люблю разнообразие, не столько даже в одежде, сколько в аксессуарах, но мне кажется, что у меня уже, знаете, сформировался какой-то мой такой околобазовый стиль, который я разбавляю именно аксессуарами. Это тоже, нет, не парфуа, это H&M, они вот такие толстенькие, Алик. И то, что не упомянула, давайте покажу на себе, или большую часть. Вот это, например, тоже парфуа с какой-то распродажи. Это мне дарила женщина, у которой мы останавливались в Хорватии. Просто такой тоненький браслет, и я люблю надевать сразу несколько таких типа ремешков и так далее. Это смотрится очень красиво. А вот это для меня более элегантные варианты. Ну, а теперь давайте рассмотрим, что вот это такое крупное, и не только. Потому что размерчик у нас, конечно, не детский. Сегодня мы тусим дома, мне нужно поподтягивать концы по работе. Также послезавтра мы едем отдыхать, мне сегодня нужно частично собрать вещи. Это будет спонтанная поездка на целых 9 дней, я очень рада. Но работа не отменяется. Дети, там, не знаю, чем-то заняты внизу, надеюсь, они не будут сильно шуметь. А завтра я тоже пообещала мальчикам забрать нескольких их друзей, чьи мамы заняты, и с другими мамами одноклассников поехать в такое место недалеко от Кракова. Там можно и пообедать недорого, и погулять, и мальчики тоже поиграют в футбол. В общем, как-то мы с родителями пытаемся выручать друг друга, а потом уже я оплатила детям, это типа дневной лагерь, да, они там ночевать не будут, но это занятия у нас на озере тут недалеко, всякие там связанные с водой штуки, и сапы, и байдарки, короче, пусть занимаются, это 8 часов, по-моему, начало, и где-то до 4, или в 9 начало, и до 5, что-то такое. Также я записала их в футбольный лагерь, но он отменился, потому что, короче, это долго рассказывать, он отменился в этом году, и мы вот будем выдумывать, куда же их еще пристроить. Мы нашли одно место, там тоже разные спортивные занятия. Томик хотел отправить их в языковой лагерь, они начали возмущаться, что это скучно, нет, мы хотим что-то такое активное. Короче, и нам нужно как-то вот 2 месяца организовать детям и себя тоже как-то организовать с этой работой. Ну что, начнем с новой бижутерии. У меня не так много браслетов, поэтому я купила себе несколько новых. Один вот такой супермассивный, посмотрите, какой он красивый, рельефный, он очень хорошо выполнен, и он подойдет буквально на любую кисть, потому что вы можете его или разогнуть, или наоборот, чуть больше подсогнуть. И вот так он смотрится на руке. Мне кажется, с какими-то минималистичными образами такая крупная бижутерия выглядит очень так выигрышно, назовем это так. Второй браслет, ну, наверное, чуть тяжелее, чем предыдущий, но тоже по качеству это даже не H&M, вот как Zara, наверное, что-то такое. Но у меня бижутерия из Алика тоже хорошо служит. Вот такой, и он уже вот так вот открывается, закрывается. Супер кайфовый, очень классный. У меня, правда, тоненькая кисть, но на мне он, видите, как болтается. И с сережками, капельками, они у меня не из Алика, мне их подарила мама. С вот такими. Как выступлю в каком-то обтягивающем платье. Мне кажется, секси-шмекси очень красиво. А что еще? Вот такие крупные серьги, опять же, очень-очень лаконичным, простым образом, чтобы, знаете, вот так как бы сделать погромче, поярче, поэффектнее. Серьги, от которых, я надеюсь, у меня не отвалятся уши. Они достаточно крупные. Покажу вам, как выглядит хотя бы одна. Вот так. И когда зализаны в волосы, собраны в пучок какой-то или в хвост, это выглядит очень-очень выигрышно. И сумочка. Жемчужная сумочка. Скажу сразу, что сюда не поместится телефон. Это чисто как, знаете, просто акцент, да, что-то такое. Как будто из перламутра выполнено, но это пластик. Причем сделана она неплохо. И здесь 2 ремешка. Один вот такой короткий. Оба отстегиваются, а второй длинный, можно надеть через плечо. Влезет сюда
карточка от отеля, например, или кредитная карта, какая-то помада, пудреница, но iPhone сюда не помещается. Но я очень часто ношу телефон в руках, потому что я что-то постоянно или фоткаю, или снимаю. Как-то, не знаю, нужно себя от этого отучить, но пока что сложно. Какому-то облегающему платьицу, а не вот этому ко всему, чтобы не выглядеть как девочка-припевочка. Еще на AliExpress заказала себе маленькую таблетницу. Она супер милашная. Они есть с разными принтами, вообще разных размеров. Смотрите, металлическая. Открывается, здесь зеркало и три отделения. Я стараюсь носить с собой какие-то, знаете, основные таблетки, хотя бы там от головной боли, от температуры и от тошноты, от укачивания. И несколько раз даже был там недлительный перелет, и у меня все было в чемодане. Потом я поняла, что это ошибка, но набирать с собой кучу блистеров, хотя бы, вот знаете, первая такая какая-то помощь для себя. Фух, периодически я вынуждена отключать камеру, меня это дико напрягает, потому что она перегревается от температуры в этой комнате. Включаю кондиционер, хоть бы он меня не продул. Вообще у меня хорошее настроение, просто реально тут как в сауне. Теперь давайте посмеемся вместе. Короче, на прошлой распродаже в Заре я купила себе панаму. Ее еще можно отпарить. Такая соломенная, модная, как она там носится. Наверное, больше. Но я так ни черта не вижу. Как вам такая панамка? Опять же, не к этому платью. Стильная или нет? Или я как грибочек в ней, я очень долго не воспринимала себя в шляпах. А сейчас мне вообще по барабану, честно говоря, я беру шляпу с большими полями и как бы до свидания, потому что мне нужно закрываться от солнца. В прошлом видео рассказывала, по какой причине, одной из. И посмотрите его, там много всего интересного. Кстати, она из соломки, и она не парит. Может, я возьму ее с собой? Как-то я не знаю. Мне кажется, я в ней странно выгляжу. Может, что-то там посоставляю какие-то образы, и будет яснее. Иногда, знаете, аксессуар сам по себе не играет. А потом ты такой надеваешь что-то интересненькое. Или наоборот, очень простое, аксессуаром это вытягиваешь. А второе, девочки, мне только что приехала распродажная посылка из Манго. Это кепи примятая. Но почему-то мне хотелось, знаете, сделать такие какие-то сейлор, типа, как это, морские, не морские, но в общем образы, вот знаете, которые там на побережье надеваешь, они такие все бежево-полосатые, как таксистка, или нет? Я, возможно, слишком сильно к себе придираюсь, может быть, стоит дать этой кепи шанс, футболку в полосочку, шорты классические с ремешком, пляжную сумочку, шлепки или какие-то кеды и по променаду. Я еще хотела показать вам свои летние сумки, но это, наверное, вообще на 3 часа, может, как-то по-быстрому. Сумок у меня тоже очень много, вы просили отдельное видео, но это, наверное, будет на 3 часа. И я также хотела бы затронуть тему, которая у меня отлегла. Я планировала это сделать в прошлом влоге, но как-то так закрутилась в этой поездке там с Веной, и я вообще была так рада, что, наверное, сама хотела отпустить ситуацию. Короче, когда вот у нас, знаете, у Захара неудачная операция была, у Игната ангина, потом поломанная нога, я тоже подхватила ангину, и вот это вот все. Короче, я сдавала анализы по-женски, жидкостную цистологию, еще что-то там. Часть пришла, я посмотрела, думаю, все в порядке, окей. И тут, значит, когда у меня полный трэш с детьми, я сама с ангиной валяюсь. Именно в этот момент мне позвонили еще из гинекологической клиники и говорят, что пришли последние ваши результаты анализов, и с вами свяжется доктор. А если тебе перезванивают, это обычно плохо. Я говорю, я сейчас открою, посмотрю, скажите, что там. И девушка заявляет мне, или женщина, что там нашли клетки непонятного происхождения, вам нужно до обследования. Сказать, что я была в шоке, не сказать ничего, потому что жидкостная цистология, и цистология в целом делается для раннего выявления рака шейки матки. И
Пока мне перезвонил доктор, я, конечно же, скачала результаты анализов. Целый день я была в таком ступоре. И, наверное, я вообще прошла все этапы стресса. Пока дождалась телефонного звонка, конечно же, полезла искать в Google, что это может быть. И доктор говорит мне, что нужно как можно быстрее, там в определенные дни цикла, прийти на повторное обследование, потому что, ну, это может быть только воспаление, может быть уже предрак и так далее, только на ранней стадии. Я говорю, я с ангиной, ну, то есть во время принятия антибиотиков тоже нельзя. Ну, тогда придите еще там через месяц. Пока снова дождалась цикла, в общем, я сдавала анализы в мае. И, конечно, вся эта ситуация меня знатно добила. Ты начинаешь больше прислушиваться к своему телу. И в тот момент вот я как раз узнала, что такое панические атаки. Не тогда, когда мне позвонил доктор, а в целом вообще как бы в этот период, да, март, апрель. И сейчас это все не повторялось. И, в общем, я как-то так успокоилась и поговорила с доктором, что делать дальше, если снова придут плохие результаты анализов. Куда обращаться, какие обследования проводить. В общем, беседы у нас были, скажем так, не самые приятные, и был период отрицания, что нет, не может быть, но вообще я хочу вам сказать, что никогда не думайте, что это со мной не произойдет, или уже достаточно плохо, еще что-то не может произойти. Всегда может, и именно поэтому я тоже хотела бы призывать вас обследоваться для профилактики, а не бежать к доктору, когда уже что-то припекло, прищемило и так далее. Конечно, девочки, стрессово очень. Сейчас вот вспоминаю, у меня просто мурашки по телу. Пусть я буду таким публичным примером для вас того, что обследоваться нужно. И даже когда вам говорят, что очень подозрительно это все выглядит, нужно повторить обследование или сделать дополнительное. И, пожалуйста, не забрасывайте свое здоровье. Я выполняю вообще такой стандартный пакет обследований каждый год. Но вот видите, я вообще не ожидала, я пошла чисто для профилактики, я сдала повторный анализ, я дождалась где-то 5 или 6 недель, когда пришел результат, еще вот будучи в Хорватии с семьей, со свекровью, каждый день проверяла, и это дикий стресс, но вот у меня была мама, утром я смотрю, есть результат, пока я его скачала, я посинела, позеленела, мне опять было дико плохо, достаю, и все хорошо, что это просто воспаление, которое может или само пройти, или, ну, как бы, нужно пролечиться. К счастью, все окей. Бывают какие-то воспаления, которые не дают о себе знать, но которые проходят в нашем организме, иммунитет сам справляется. Мне просто сказали, через год приходите на стандартную цитологию или жидкостную цитологию по плану. То есть ничего делать не нужно, все окей, но у меня, правда, как камень с души упал, это было дико стрессово, это было страшно, я хочу вам сказать, что это страшно. Поэтому, девчонки, аксессуары аксессуарами, но в первую очередь не забывайте о себе. Если давно не делали обследования, пусть это будет таким волшебным пинком для вас. А еще, девочки, забыла показать вам тоже новые сережки. Вы активно интересуетесь бижутерией, вот такие. Они, как видите, не чрезмерно массивные и очень аккуратно выглядят на ушах с жемчугом, неровненькие, классные. Они не супер легкие, как я их чувствую на ухе, но по сравнению, на секундочку, с вот этими, со звездами какими-нибудь или с солнышком, они, конечно, будут полегче. Сейчас я буду составлять свои отпускные наряды и как раз решу, какую из этих летних сумок я возьму с собой. Я вас предупреждала, что минимализм – это не про меня. Некоторые артикулы у меня тут еще из зимней распродажи, нужно отпарить кисточку. Интересная сумочка макраме. Есть из соломки, из эко-кожи, из веревок. Вот это тоже соломка. Это типа соломка. Многое я покупаю на скидках, реально. Поэтому, да, их много,
Но на самом деле только вот эта из них более-менее дорогая. И я не вижу смысла тратиться, особенно на вот такие типа сетки, потому что они, ну, служат несколько сезонов. Вот это второй сезон. И сейчас покажу вам, как они выглядят. Вот эта сумочка очень оригинальная. Она может быть и клатчем таким, типа соломенным, и сумкой на плечо даже на вечер. Я ее не очень часто ношу, но она такая прикольная. Иногда мне прям, знаете, сильно... тему. Интересно то, что ручка у нее тоже сделана из соломки. Вторая сумочка тоже плетеная, но на ремешке, на ручке из эко-кожи. Мне нравится добавлять ее в какие-то такие бежевые образы для того, чтобы их слегка разбавить, чтобы не выглядеть одним бежевым пятном. Здорово то, что она подходит и под такие дневные образы, и под более вечерние. Сумка макраме скорее вечерняя, и, блин, я заказала сережки такого же цвета, но манго что-то напутали и прислали мне другие. Должны были быть вот такие же терракотовые. Люблю, опять же, с нейтральными образами, даже черно-белыми, например, не только бежевыми, но стараюсь не сочетать вот что-то вязаное с вязаным. Это достаточно сложно делать, и она сюда не в тему. То есть надеваю что-то гладкое, и тогда вот эту сумочку макраме. Это прошлогодняя Zara. Вот, несмотря на то, что и то типа плетеное, даже к этому платью и рубашке в город симпатично. Но она для меня только на лето. У меня вот такое плетение ассоциируется только с летом. Она уже большая, вместительная, можно как в город, так и, в принципе, в отпуск. Корзинка. Она, конечно, универсальная, и тоже хожу с ней в город. И размер у нее для меня удачный, потому что сюда помещается больше, чем мои стандартные сумки, даже на каждый день. Но я очень люблю всякие светлые цвета, и тогда она немножко теряется. Но я кое-что придумала. В таких ситуациях, как сейчас на мне модно, я буду добавлять всякие шарфы, косынки и так далее, для того, чтобы как-то, знаете, придать живости своему наряду, что-то такое интересное. И вот так я уже готова была бы идти на пляж. А ну-ка, мои модные эксперты, что вы скажете на такой вариант, чтобы надевать косынку на голову с большими очками? Стиль или не стиль? Вот эта сумка макраме из Zara, она... классно, но, знаете, быстро пачкается, потому что это все-таки ткань, но в какие-то небежевые образы она очень хорошо вписывается. Покажу вам фотографию, с чем я ее носила в прошлом году, ну и не только. Также мне очень нравится сочетать такие какие-то светлые тона с более контрастными, вот с черным цветом обожаю. И тогда я беру черные очки, черную сумку, это Primark, совсем недорогая. Плетеная из соломки, похожие есть в H&M, тоже на Алике. И сюда у меня помещается все пляжное, хотя я и в город тоже ношу. Черные очки, супер лаконичные или свои Селин. И вперед, на пляж или по делам. Вот эту маленькую я тоже затаскала, она тоже из веревки. И вставлю вам фотки. Она такая прикольная, и куда-то на вечер в основном она мне идеально подходила. Пока не куплю себе такую кожаную, от этой не избавлюсь. Уж слишком я ее люблю. Это были все мои чисто летние пляжные отпускные сумки. Надеюсь, вам было интересно. Периодически буду показывать что-то из других категорий. И я посмотрю актуальные коллекции. Если я найду что-то похожее или такое же, я обязательно кину вам ссылки в инфобокс. Заглядывайте, я всегда стараюсь наполнять его не для себя, а в первую очередь для вашего удобства. Кстати, тоже забыла вам показать. Купила я себе чехол на Алике новый, кремовый, в цветочке. Мне еще более красивый должен прийти, жду его. Но он такой, знаете, делает телефон помассивнее, чем без него. Девочки, небольшой лайфхак. Каждый раз, когда я собираюсь в отпуск, я фоткаю свои наряды для того, чтобы потом не заморачиваться, а надевать комплектами. Darling, you've been on my mind.
Тоже Алеандры. И это банкетный зал. Но он в будние дни закрыт. Только на торжества открывается. Ждем остальных одноклассников. Все опаздывают. Здесь большое футбольное поле мы в Гдове. И также можно там где-то плед кинуть, посидеть в тени. Детская площадка для самых маленьких. Тетя Аня привезла свою голубику. Нам такое тоже нужно купить. Она в прошлом году купила куст уже с ягодами. В этом году тоже плодоносит. И у нее в горшочке растет большой куст, даже не высаженный в землю. Очень вкусная. Это голубика, а не черник. Это голубика, а не черника. Вернулись домой, пришла посылка из Алика, и вот тот чехол, еще более красивый, о котором я вам говорила. Такой он девичий, очень прикольный. Мне нравится, хорошо сделан. И еще тоже клатч, который я заказывала на Алике, он из натуральной соломки. Сегодня хорошо бы мне подошел, но мы уже съездили погулять. Он вместительный, сюда и телефон влезет, и все, что хотите, и к нему еще цепочка идет в комплекте. Есть разные цвета. У нас на террасе тут просто джунгли, а вот сад погибает. Нужно будет этим заняться после возвращения. Все эти цветы, я вам говорила, мы храним в гараже. Они там зимуют, и потом весной выносим, когда уже тепло и нет заморозков. И в этом году у нас реально огроменные олеандры. Они цветут все лето, прям до холодов. У нас их много, розовые, но их нужно сейчас активно поливать, иначе они быстро увядают. А это моя грядка. Помидор. Тома купил рассаду и посадил один помидор. Я очень хотела грядку, и Томик тоже поддерживал меня. Но потом у меня приключилась история с ногой, и вообще была не в тему. То есть я не могла ходить вообще, и на четвереньках даже стоять. Поэтому грядки будут в следующем году. Я не отпускаю эту идею. Как видите, у нас здесь есть определенные помидорные успехи. И вот тоже побольше выросли. Радости нет предела. Будем собирать урожай. Еще один олеандр. Все, конечно, классно с ними, но когда они отцветают, постоянно приходится собирать вот эти цветочки на террасе. Наша пальмочка чувствует себя достаточно неплохо. Я думала, что ей капец после зимы. Еще один олеандр. Видите, у него вот такие цветочки. Более как бы полные. Очень симпатично это. Смотрится так, как в Хорватии. Томик очень любит Хорватию, поэтому привез Хорватию домой. Они там повсюду растут. И буганвилла, или как она там называется. И я вот настолько привыкла говорить буговилла, никак не могу себя переучить. Так, кто-то что-то снова косит, сори. Вот эта пальмочка тоже супер активно разрастается. Видите, сколько у нее новых ростков, новых листьев. И она придает особого летнего отпускного шарма нашей террасе. Наши розы что-то откидываются. Мне кажется, они замерзли. Очень мало цветов было. И они все какие-то такие, как потрепанные. Томик их пообрезал, он там сильно в этом не разбирается, но не уследишь за ним. Мне кажется, что это еще только ухудшило ситуацию. Так жалко, у нас всегда были роскошные розы, а это... Они, конечно, цвели, но далеко не так, как раньше. Вот прям они такие бедные, несчастные какие-то. У нас капельный полив, то есть нельзя сказать, что им не хватает воды. Я не успела заснять, как они цвели со всеми нашими приключениями, но, блин, это вообще 10% из 100, из того, что было обычно. Может, на них что-то напало? Девочки, вы у меня знаете все. Вот это так вкусно пахнет. Она очень красивая, нежно-персиковая. Глициния, зараза, отказалась цвести в этом году. Вот это точно бесполезно. Я не знаю, чего ей не хватает. Но, видимо, глициниям у нас не нравится. Ну, вот эти гортензии, это без комментариев, потому что тут малые играют в футбол. И как бы
я уже даже не рассчитываю на то, что что-то здесь будет расти. Вообще-то гортензии, которые вы только что видели, должны выглядеть вот так. У нас сегодня очень активное утро, сейчас приехала мусорка. Только что соседи косили, я никак не могу доснимать эту часть влога. И вот представьте, гортензии предполагались быть такими, но как бы эта территория детей, ничего страшного. Мусорка, и чтобы вы понимали, такие приятные работники, всегда добрый день, хорошего вам дня, чисто, аккуратно, вовремя. Их обожаю. И почтальоны в Польше тоже очень приветливые. В общем, лайк этой компании. Я очень долго недолюбливала эту гортензию, только посмотрите на размеры. Это еще не все цветы распустились. А, кстати, к осени она станет такой, как будто бордовой. И вот сейчас, в этом году, я наслаждаюсь этими гортензиями. Не такие, как у всех, вы говорите, что они какие-то там более дорогие, аристократичные. Я вам верю. Просто в моем понимании гортензия немножечко по-другому выглядит, но вот когда она начинает распускаться, думаю, нет, ну, красотень. Наша оливка чувствует себя абсолютно прекрасно, хотя тоже мне казалось, что ей капец после этой зимы. Я очень хотела купить цитрусовые, но Сандра, это жена крестного Игната, она покупала в прошлом году и говорит, что очень сложно помочь им перезимовать, и что ей пришлось это все купить заново, потому что они погибли за зиму. Поэтому я пока что отказалась от этой идеи. Наслаждаемся оливкой. Тут маленький олеандрик. Когда-то он станет огромным, поверьте мне. Они растут такими большущими кустами. Я не очень люблю, когда на столе так много всего наставлено, но так любит мой муж. Поэтому здесь у нас тоже цветы. Вот это красное, это цветок, который переживет нас всех. Ему все равно, там буря, солнце, град, что угодно. Они цветут весь год, и это для меня как цветы от бабушки. Пеларгония по-польски. Это не знаю, что цветет таким розовеньким. Ну, что-то тоже нет цветов. Видите, в этом году у нас прям беда. Но это я еще вам не показала наши розы у входа. Вот это моя боль и печаль. Это что-то купил Томак. Оно такое напоминает цветущий базилик. Подружка мне говорила, что если оно рассыпет свои семена, мы потом это не изведем. Нужно что-то с этим сделать. Очень сильно распространяется, как сорняк. Ну и вот мои перчики. Томак поставил их в горшочек. Вообще это не горшочек. Это такая емкость, не знаю для чего. Она тут стоит в виде цитрусов. И я так аккуратно снимаю, потому что у нас тут целая база водных пистолетов. Но как есть на самом деле, там какие-то шлемы снова лежат, что-то еще. Мальчики постоянно переставляют свои ворота. Ну, в общем, когда дома есть дети, то не только красота, но и игры, и все подряд. Все сразу. Вот так это выглядит. У нас аж четверо ворот, чтобы вы понимали, большие и маленькие. Вот эти такие, я их называю петушками, потому что они чем-то напоминают гребешок петуха. Тоже скоро распустятся. Вернемся, уже будет тут все цвести. И еще одна такая же пальма. С ней все вроде как окей. Но они вот так вот немножко подсыхают. Нужно вызвать вообще садовника, потому что у нас есть проблемы и посерьезнее. Помните, я показывала вам в начале весны, как мы практически под ноль срезали мисканты и мискантусы. Это вот эти декоративные травы. И они сейчас вымахали практически моего роста. Солнце такое яркое, сори. Вот это любимое дерево моего мужа. У нас их два. Как он говорит, это аристократичный бук. Даже не знаю, что вам сказать. Я визуально не могу его понять. У нас еще их два. И он тоже может вырасти большим. Зачем мы его посадили, понятия не имею. И вот этот, кстати, погибает. Как сопли висит вниз. Такое кривое, косое. Не понимаю я его эстетики, сори. Помните наши роскошные розы у входа? Вот что от них осталось. Они то ли замерзли, то ли на них что-то напало. Вообще не знаю. Обрезал садовник, говорил, что будет все окей. Потом их обрезал мой муж. Теперь это выглядит просто трагически. Ну, то есть они должны плестись. И на них очень много цветов. И потом мой муж заявил, что вообще он хочет от них избавиться, потому что они слишком активно цветут. Очень много уборки после них. И у нас тут конфликты на этой почве.
Правда, ну это какой-то кошмар. И вообще он говорит, пусть все будет открыто, типа зачем отгораживаться? Ну как зачем? Ну хотя бы не таким образом. Вообще-то тут у нас тоже должны были быть цветы, которые садил и мой муж, и я, и потом Томик разрешил разрастаться сюда плющу. Он говорит, так красиво, зелено, ковром таким. Ну да, очень красиво. Он заглушил все остальное. Вот. Эта часть сада, это правда что-то очень сильно непонятное, некрасивое. Мы никак не можем договориться, что мы тут будем делать. Вот ему нравится так, ну хорошо, тогда нужно оставлять так. Но как-то с розами нужно разобраться. Очень это все некрасиво смотрится и непонятно. Не знаю. Рододендроны отцвели. Очень красивый цветок. Жалко, что цветет так недолго, но все равно каждый год хочется увидеть это цветение. Я надеюсь, что в этот раз на море нам больше повезет с погодой, чем в последней поездке в Хорватии. Поэтому беру с собой SPF для тела, для лица у меня отдельный. La Roche-Posay покупаю годами. И вот этот, он увлажняющий, он подходит также для детей. И можно наносить даже на влажную кожу. А вот этого у меня никогда не было. Была в Суперфарме, как раз был по акции, взяла после загара. Что-то такое легенькое, увлажняющее, это молочко для тела. Так как у нас уже прям сильная жара, повторно купила вот этот дезодорант от Виши. Это тоже мой особенно летний must-have. Или когда активно тренируюсь, он очень хорошо защищает от пота и от неприятного запаха. Сегодня был такой легкий летний влог из последней недели моей жизни. Надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Просто как-то отвлеклись, немножечко развеялись вместе со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я везу детей на тренировку, отвожу собаку, забираю детей, пакую их вещи, и завтра мы отправляемся в летний отпуск. Так что увидимся с вами уже в следующем морском влоге. Пока-пока!